Шановні присутні, шановні представники всіх органів місцевого самоврядування, що знаходяться сьогодні в Очаковському районі в місті Очакові, шановні представники ЗМІ, сьогодні у нас вперше в цьому році проводиться День обласної ради в Очаковському районі. Цей день у нас регламентується і ми діємо відповідно до регламенту Миколаївської обласної ради, який був затверджений нами, і цей день покликаний і налаштований на те, щоб одна із форм взаємодії і взаємозв'язку з органами місцевого самоврядування нижчого рівня, з органами місцевого самоврядування міст, селищ і районів. Тому сьогодні дуже насичена була програма, поїздка. Я спочатку хочу оголосити, хто сьогодні приймає участь із активних депутатів обласної ради, хто сьогодні є з керівництва району і міста. І потім запропоную підведення підсумки таким чином. Я собі візьму слово і скажу пару слів про те, яким чином відбулася у мене сьогодні екскурсія і зустріч, і ті заклади, які були, ми побачили по району, і по обласні заклади, і міські. Потім надам слово заступникам своїм, які скажуть по тим маршрутам, які були затверджені нашим Днем обласної ради. Також ми спитаємо, чи є бажання виступити у депутатів обласних рад по іншим маршрутам. Потім я запропоную і думаю, що ми надамо слово керівництву району і міста. І потім зворотній зв'язок з громадою. Рада всіх вас бачити, рада зустрічати. І скажу декілька тезисів, які сьогодні, можна сказати, вже можна резюмувати по поїздці по Очаковському району, по місту Очаково. Ну, перша дискусія, яка відбулася у нас з керівництвом району і міста, і вона була у нас, ця дискусія жвава і актуальна, і те, що дійсно сьогодні необхідно, це об'єднання громад і питання децентралізації. Ну, що я вам хочу сказати, може для когось це буде приємні речі, для когось неприємні, але моя позиція як голови органу місцевого самоврядування вищого рівня в Миколаївській області, Очаківський район і місто Очаків повинен бути один район, одна громада. Тому що ми знаємо, як розпочиналася Коцурубська ОТГ, ми знаємо, як розпочинались інші райони. Я хочу вам сказати, що процес децентралізації знаю, ну, можна сказати, спеціалісти є, які досконально, але ми як очільники, ми як ті депутати, які цим займаються і підтримуємо децентралізацію, знаємо, можна на 90% процеси, які сьогодні відбуваються в області після об'єднання громад. На жаль, сьогодні те, що планувалось зробити, а це скоротити витрати на витратну частину на адмінвиконавчий апарат і на саме на витрати виконавчого апарату, вони не зменшені. Тобто те, що сьогодні передбачалося об'єднанням громад, це розвиток інфраструктури, це розвиток робочих місць, це розвиток культурних закладів, медичних закладів. На сьогоднішній день, якщо проаналізувати все, що буде в подальшому відбуватися, може сьогодні цей процес розпочинається і ще не так видно, що це буде проблема, але в подальшому буде проблема. Тому що не може бути в одному селі відділ освіти, не може бути навіть в двох селах, які об'єдналися, одного відділу освіти, чи відділу транспорту, чи відділу архітектури. Тому сьогодні є політика і центрального органу влади, і нашого обласного рівня, що ті населені пункти, ті райони, які мають сьогодні 14 тисяч жителів, це повинна бути одна громада. Це дасть змогу стати місто Очаково і Очаковському району дійсно курортним містом. Це дасть змогу стати
Очаковському району зіркою нашої області. Тому що ті заклади, які сьогодні ми з вами зазначимо, я пізніше зараз зазначу те, що я сьогодні побачила, вони мають право на розвиток, вони мають право на існування, і наші діти, наші військові, наші люди, які потребують оздоровлення, мають право бути саме тут, в місті Очакові. Тому що такої рекреаційної зони, яка є сьогодні тут, і я думаю, що всі сьогодні це підтвердять, нема в жодному місті Миколаївської області. Тому це перший тезис, який, я думаю, ми зараз зворотній зв'язок почуємо, але моя думка така. Щодо охорони здоров'я. Охорона здоров'я – це те питання, яким сьогодні опікується обласне керівництво, обласна рада і депутати обласної ради. Я була з візитом в центральній районній лікарні, ми відвідали декілька відділень, прийшли до того висновку, що ми з вами, депутати обласної ради, правильно зробили, коли звернулися на адресу Кабінету міністрів і на адресу Міністерства охорони здоров'я щодо призупинення госпітальних округів в тому виді, який нам був наданий центральним органом влади. Ну, пропонувався, скажімо так. Тому що лікарні необхідно зберігати, але зберігати за умови того, що тут будуть все ж таки госпітальні округи. Лікарня сьогодні потребує теплосанації, ми це зазначили, так? Лікарня потребує заміни вікон, але мене вразило приємно, позитивно те, що сьогодні головний лікар співпрацює з міжнародними донорами, що співпрацює з міжнародними грантами, і лікарня в дуже охайному, дуже прекрасному виді, якщо не брати ті зауваження, за які я зазначила. Також хотіла звернути увагу щодо міста Очакова. Ну, є розвиток в місті Очакові, і мені б хотілося зазначити позитивна співпраця з Державним фондом регіонального розвитку і співфінансування органів місцевого самоврядування цих проєктів. Ми приїхали в школу номер 1 загальноосвітню, побачили, що утеплення фасаду дає дуже вагомий внесок в економію електроносіїв. Ви знаєте, я була в Києві, і коли в Києві задавали питання президенту і більше прем'єр-міністру, чому сьогодні субвенція освітня направляється тільки на оплату праці педагогів, то була відповідь, що електроносії повинні бути на місцевому бюджеті для того, щоб ви могли і мали право їх економити. Це сьогодні відбувається в місті Очакові. Я дуже сприймаю позитивно вашу цю позицію. Молодці, що сьогодні з цим працюєте, тому що я думаю, це заклик повинен бути до кожного району, до кожного села, тому що утеплення садочків і шкіл – це те, про те, що я думала, щоб зробити це на рівні обласному, і сьогодні ми побачили, як це працює в місті Очакові. Також проблему, яку я сьогодні побачила, це те, що на території міста Очакова знаходиться багато закладів інших видів власності. Це державна власність. Це власність Міністерства оборони, яка знаходиться в занедбаному виді. Я попросила би керівництво району, керівництво міста оформити на мою адресу звернення. І ми з депутатами, я думаю, зробимо звернення на центральні органи влади. Задля того, щоб місто Очаків міг розвиватися. Тому що, наприклад, курорт Очаків, який ми з вами сьогодні були свідками того, що 18 гектарів в центрі міста, да? 18 гектарів в центрі міста, прекрасна інфраструктура, прекрасні зелені насадження, прекрасне місце навіть для прогулянок городян і гостей міста, але заборгованість
ми не можемо розвиватися, не можемо людей лікувати. Тому я попрошу і по курорту Очаків, ми вже зв'язалися з директором, зустрічалися з директором, він готує листа, і по тим проблемним питанням, де є сьогодні інша власність, ми будемо звертатися, і я попрошу підтримки від депутатського корпусу, щоб ми звернулися на центральні органи влади для того, щоб вирішувати питання. Процес децентралізації йде, і ті заклади, які знаходяться на території міста чи області, повинні бути в комунальній власності, якщо центральний орган влади не може привести його до ладу. Я думаю, що цю думку всі будуть розподіляти і підтримують. Тому питання щодо проблемне питання щодо податків і земель, я думаю, що всі з цим погодяться. І я думаю, що кожен з депутатів ще скаже для того, щоб були інші думки і інші пропозиції. Взагалі, я дуже позитивно сприймаю сьогоднішню нашу зустріч. Я дякую всім, хто сьогодні організовував цю зустріч. І я думаю, що це не вперше. Хотілося б сьогодні ті питання, які ми з вами зазначили, ми ще їх пропрацюємо і на постійних комісіях обласної ради, і на депутатських зверненнях. Ми будемо контролювати їх і продовжувати розвиток цих питань в позитивному русі. Скажу чесно, я дуже приємно удивлений. Дуже приємно удивлений. Перше, що я побачив, це компетентного руководителя, руководителя действительно на своем месте. Хороший слаженный коллектив, который работает, ну, я думаю, в одном ключе, в одном звене вместе с своим руководителем. Мы бы нашей командой депутатов областных советов посетили детский садик. Хорошие воспитатели, очень все чисто, обрядно, дети. Уровень даже не район. Дети уровень области по их развитию, они хотят развиваться, их глаза горят. Школа, к моему большому удивлению, действительно оснащена хорошим оборудованием, и учителя там тоже действительно на своем месте. Из пожеланий, которые были у Инны Васильевны, это помощь в микропроектах. Мы, думаю, отработаем и поможем депутатским корпусам, бюджетной комиссии, поможем поучаствовать, поможем в разработке проектов. Также обращалось внимание на полицию. Все-таки надо больше уделить внимание ОТГ. Может быть, даже помочь в части формирования у них муниципальной полиции ОТГ. Если говорить о сказанном Виктору Викторовну, да, я точно так же склоняюсь к тому мнению, что должно быть один район, одна громада. Но те громады, которые посетил сегодня я, ну, они достойные. Они достойные, они имеют право на жизнь, на существование и как пример. В дальнейшем однозначно я точно так же склонен к тому, что надо нам формировать один район, одну громаду. Спасибо, Виктория Викторовна. Спасибо, что посетили наш район, свой город. У нас действительно есть много проблем. Але с некоторыми депутатами, которые выступали, я немножко не согласен. Значит, ну, во-первых, по поводу, очень приятно, кстати, было общаться с Викторией Викторовной, потому что Виктория Викторовна была тоже головой районной державной администрации, и она мне, я действительно позитивно воспринял, потому что не все депутаты и не все даже вообще госслужащие знают, что такое бюджет, как он формируется, на что влияет глава администрации, да. Виктория Викторовна работала, и она сразу ухватила, и такое у нас сразу, мы сразу поняли друг друга, о чем я говорю. И поэтому, что касается децентрализации. В Очаковском районе мы проводили очень широкую разъяснительную работу по поводу децентрализации. Я действительно всегда выступал за одну объединенную громаду, но чтобы честно делить податки. Я сейчас по поводу объясню, что сделано в этом районе. Во-первых, напомню депутатам, что первая объединенная громада в Николаевской области была створена в Очаковском районе. Вообще в Николаевской области. То есть говорить, что администрация ничего для этого не делала, но у нас диспуты, когда я пришел на свою посаду, у меня всегда велся диалог с сельскими головами. Сельские головы все знают, у нас было 11 сельских рах, они присутствуют при распределении бюджета, при обсуждении всех вопросов мы каждую неделю собираемся, и мы выступали, дали пропозицию по поводу одной громады изначально, но без города.
Я объясню, почему без города, потому что с городом у нас есть, ну, можно сказать так, спорные вопросы. На территории города Очакова находились структуры, которые сейчас находятся, которые подпорядкованы Очаковскому району, але оказывают послуги жителям города Очакова. И Очаковский район сплачивал за это. Это был районный будинок культуры, это центральная районная библиотека, которая 100% обслуживает жителей города, але сплачивают за них жители района. Когда начали объединяться громады, вы понимаете, ресурс Очаковского района начал потихоньку, ну, становиться меньше и меньше, и Очаковский район, ну, не сводит. Так же самое районная лекарня. 70% обслуживает она жителей города Очакова. А утримый ее район. Да, есть державная субвенция. Но в Очаковском районе, сколько я работаю, существуют медичные программы, которые мы всегда додатково выделяли на лекарни. Слава Богу, в 16 году город Очаков тоже принял такую программу, но в 16 году. Вот я лично работаю в 14-м. А программы в городе, в районе работают, наверное, сколько существует район, я так понимаю. И поэтому были спорные вопросы по подоходному налогу, по больницам, все. Слава Богу, мы эти вопросы решаем. Поэтому сказать, что мы ничего не делали, я бы так не сказал. Дальше. Вы пошли на такой эксперимент, кто вот мне нравится, тот глава бюджетной комиссии. Вы знаете, что Очаковский район не имеет районного центра, мы живем выключно за подоходного налога. То есть налог за 16-й год, подоходный налог в Очакове вырос. Именно в Очаковском районе, территория района, без Куцурубской даже громады, потому что 40% подоходного налога увела Куцурубская громада. Але прирост по подоходному налогу на ради регионального роста 200%. По Очаковскому району. Значит, я особисто выезжал в каждую сельскую раду. И меня интересует, понятно, есть властные доходы, а есть подоходный налог, который идет существенно в район. И мы пошли на такой, ну, я запропоновал, только это было, кстати, за узгоджением всех сельских олив, такой эксперимент. Есть подоходный налог, который зарабатывается на определенной территории. Допустим, берем любую сельскую раду. На этом подоходном налоге содержатся структуры, которые оказывают услуги жителей этой сельской рады. То есть, по сути, одна большая громада, но подоходный налог у каждого свой. Давайте пропозиции, как мы будем содержать эти установы. Если подоходного налога хватает, в 2015 году, если брать баланс подоходного налога, в Очаковском районе всего, по-моему, 2 или 3 сельские рады были с положительным балансом. То есть, была Куцурубская громада, которая 40% подоходного налога, по сути, она, ну, сельская рада, тогда была Куцурубская сельская рада, по сути, она утримывала, 40% подоходного налога, она была донором. Других это не особо интересовало. Когда мы начали над этим работать, по итогам 2016 года, я вам скажу, у нас самая проблемная действительно Каменская сельская рада по подоходному налогу. В 2015 году был минус почти 600 тысяч подоходного налога. Если взять баланс, понимаете, установы, которые содержат. Ну вот я просто смотрю на вас, чтобы вы понимаете, о чем я говорю. Если взять те установы, то даже в этом году, потому что мы выезжали, работали, направляли в милицию извернения по поводу одноосибников и так далее, у нас получилось всего из минус 600 минус 56. То есть нельзя сказать, что мы ничего не делали. Это тоже, я считаю, успех. И все остальные сельские рады, даже с учетом, что ушла Куцурубская, были с положительным балансом. То есть по подоходному налогу мы добились положительного оборота. Я давал пропозиции на сельских рад, я говорю, ваши пропозиции. То есть у вас вот ваши все цифры. У меня каждый сельский голова, тот сидит, вот Андрей Анатольевич, знает все свои цифры по доходам, по расходам и так далее. И они давали пропозиции. На основании этих пропозиций мы принимаем, районная рада принимает решение. То есть мы ждем предложения от сельских олив, от сельских рад, и мы принимаем предложения. Цифры вы знаете. То есть два способа. Как или увеличиваем доходы, или уменьшаем расходы. Чтобы уменьшать расходы, скажите, что уменьшить, что вам не надо, что вам не нравится. И сейчас мы продолжаем в этом направлении работать. А у меня к вам вопрос короткий. Вы вот вспомнили за Каменку, а там у вас на вашем бюджете дом постарелых. Вы не помните, во что он находится? Я сейчас расскажу. Пожалуйста. Мы приняли решение, консолидированное с сельскими радами. В доме престарелых находятся пожилые, ну, люди престарелые, которые с каждой сельских рад. Мы его утримуем за рахунок сельских рад. Сколько человек от твоей сельской рады там находится, столько ты и утримуешь. Если ты один человек, ты платишь за одного. Если у тебя 5 человек, мы это было общее решение с сельскими головами, мы в 16 году это сделали, то есть нормально, никому не обидно, никому не обидно. Я вам скажу, там очень мы были, там все бабушки и дедушки, я думаю, что 80% бабушек и дедушек, которые не живут, а живут дома, они хуже живут, там прекрасные условия, там чисто, они ухоженные, накормленные.
Ну и там действительно содержится. Я постараюсь. Работа идет. Да, на самом деле вот один район, одна громада, это очень важный момент. Почему? Потому что уже создана инфраструктура, да, административные единицы созданы. У нас будет такая рекомендация. Да, да, мы должны... Мысль потеряю, да, потому что я ж не такой... То есть мы вот это приняли по Каменской сельскохозяйственной, и мы в принципе такие решения с сельскими головами принимаем всегда общее. И начинаем внедрять. Так же самое, допустим, вы слышали, скандальная Покровская школа, которая уже в интернете и так далее. Да. Все. Мы направляли листа на сельскую раду, есть цифры, есть факты. Кстати, в Очаковском районе мы, кто, если осветяны есть, мы создали школы, сделали юридичными особами. Это еще мы в 16 году сделали большие школы и подвоз и так далее. То есть мы делегуем повноважения, потому что районные сельские бюджеты, это сельские бюджеты, они наполняются даже лучше района за счет вин законодательства. И я повторюсь, не буду говорить, многие сельские головы, ну некоторые, они рассуждают, как я всегда говорю, как моя жена. Моя зарплата это моя, а твоя зарплата это наша. Я говорю, нет, давайте, чтобы все будет наше, и будем вместе работать. Потом мы пошли на такой эксперимент, в принципе, сделали школы юридичные особы и доводим, допустим, вы знаете, что 15-16 год начали финансироваться заклады освіти на дитину. И мы говорим, вот ваш бюджет, вот ваши цифры. Если вам нужна школа, добавляйте сельского бюджета, если что-то не вистачає. А так получилось, что школы у нас были тоже, три школы у нас получилось вільні залишки, они могут направлять там окна, менять там, ну что хотят. Несколько слов о том, что у нас сегодня происходило в Очакове, и пару слов о объединении громад. Значит, очень приятно, что у нас сегодня получилась такая конструктивная деловая встреча. Мы много объехали, много не объехали объектов, показали хорошее, показали плохое и для себя определили ряд проблем, которые в принципе есть везде. Ну, первое, что мы в ходе рабочей встречи для себя обозначили, что все-таки есть такой у нас фонд ФРР развития, финансируется он государственный, с областного бюджета, значит, утепление фасадов зданий, он дает свой эффект. И у нас на сегодняшний день есть два проекта по золотой рыбке, это садик наш МВК «Солнечко», которые есть, пока, к сожалению, не финансируются. И есть эффект от финансирования первой школы. 2,5 миллиона было выделено с областного бюджета, порядка миллиона мы выделили с местного бюджета. То есть после утепления школы однозначно климат улучшился, комфортнее стало детям пребывать. И на порядка 30% расход энергоносителей уменьшился. Поэтому я думаю, что эти все начинания нужно продолжать. Мы видим, это делается и в частном секторе, и в домах, и нужно это делать у нас. Потому что все-таки энергоносители стоят денег, и нужно экономить. И мы все-таки рассчитываем, что совместным софинансированием это нужно продолжать делать, это дает свой эффект. Также мы были сегодня в лагере имени Шмидта. Так он прозвучал у нас. Так он у нас громко прозвучал. Он не так давно был выкуплен определенной компанией. Неважно, с кем она связана, но он был выкуплен. Люди там собирались что-то делать. Сегодня прокуратура прозветовала, что мы такие молодцы. Мы его вернули назад. А дальше что? Мы с головой выехали, посмотрели. Как был там бедлам, как она была заброшена, так и осталась. Поэтому у нас на сегодняшний день и у жителей, и у руководства города вопрос, а что дальше? Ну, толку, что его вернули. Во-первых, еще 1,5 миллиона надо вернуть, они еще не знают, где их взять. Вот областным депутатам предстоит это решать. Это коммунальный заклад. Да, во-вторых, что дальше? Прокуратура молодец, да, отработала, вернули. А что дальше? Поэтому есть вопрос. Были мы также сегодня на территории курорта Очаково, 18 гектаров. У нас у всех такое впечатление, что его, ну, как будто специально кто-то доводит до того состояния, чтобы потом там было то же самое, что и на территории госпиталя. Был у нас проблемный вопрос и по территории Министерства обороны, это наш госпиталь бывший. Территория, которая больше 10 лет уже заброшена, нам ее не передают и, ну, не решается. 10 лет назад там еще был госпиталь, он был рабочий, потом это все забросилось. Есть проблема, это в курортной зоне, это рекреация. Есть проблемы. Потом, значит, еще одна из проблем, это наши очистные сооружения, которые рассчитаны на прием стоков порядка 11 тысяч кубов, а принимают до 1000. Проблема строительства локальных сооружений. Мы готовы софинансировать, но однозначно одним бюджетом город это не вытянет. И также проблема берегоукрепления. Это проблема не только города, это проблема всего района.
там, где вот местно делается берегоукрепление, оно только там и дает эффект, а в другой стороне оно оказывает негативное влияние. Это и пример города Очакова, и лагерные косы, где на конце намыло, а в середине смыло. То есть эта проблема, в том числе она касается и нашего воспитательного пляжа, и детского пляжа, и лестницы. Проект на ее реконструкцию с берегоукреплением уже готов. Тоже хотим какой-то определенной помощи. Теперь, что, значит, я вам сейчас расскажу. Что касается бюджета города. Бюджет города, именно наши властные доходы, порядка 40 миллионов. Это то, что собирает город Очаков. И задача наша, я вам не буду говорить, что конкретно бюджет развития, но порядка 20-30%, ну, задача наша, и мы стараемся с ней справляться, оставлять денег на развитие. Это не важно, бюджет розыгрыша это или за текущими ремонтными делами. На сегодняшний день 2 миллиона 900 тысяч у нас запланировано на ремонт дорог внутридворовых проездов. Это планово. 800 тысяч запланировано на ремонт тротуаров. Порядка миллиона у нас запланировано на реконструкцию водопроводно-канализационных сетей. Это то, что мы делаем у себя внутри. То есть мы стараемся уйти от бюджета проедания к бюджету развития, потому что нас многие упрекают, да, что мы где-то там что-то сокращаем. Но поймите, если мы будем все проедать, то мы вымрем. У нас вот анализ, за 10 лет минус 1000 детей. Это очень серьезный звонок. Да, мы сейчас приняли решение, закрываем третью школу, но на ее базе хотим организовать доступ для детей. Тот же «Золотой колос», который мы забрали с района, он сейчас на городском бюджете. Так называемые, как раньше были, дома пионеров, как они раньше были. Мы хотим доступ для детей там организовать. Поэтому большое внимание уделяем развитию спорта. Мы в прошлом году за счет перевыполнения бюджета вернули коммунальную собственность на наш городской стадион. Сегодня вкладываем деньги в ремонт, вернули коммунальную собственность. Наш кинотеатр планируем делать, киноконцерт. Ну, то есть хотим организовывать досуг людей. И плюс развивать инфраструктуру города, потому что, ну, как мы для себя видим, бизнес не пойдет туда, где будет разруха. А что касается объединения громад, ну, так или иначе, процесс урбанизации, он же не остановится. И развитие сел возможно, но опять же, это те села, которые ближе к городу. Поэтому есть много за, есть много против, но я категорически против того, чтобы разрывали район, что сегодня по факту делается. Согласие, несогласие. Ну, я против того, чтобы Козырка отходила, против того, чтобы отходила Каменка. Я думаю, что все-таки нужно вести дискуссию по поводу того, чтобы объединяться вокруг города. Что касается распределения налогов, то уже было сказано, что у нас количество населения города и района примерно одинаковое. Просто я себе так моделирую, если будет одна громада, то половина депутатов будет от района, половина от города. Я думаю, конструктив будет в плане рационального распределения налогов. Ну и опять же, вся инфраструктура в городе уже есть. Не надо ничего нового создавать, тем более Очаковский район, он специфический, он находится в тупике, он самый маленький, и дальше его разрывать, я думаю, нет смысла.